Ну, как вы можете заметить, концовка оказалась полной херней. Чего другого могли разработчики придумать, кроме того, как показать сцену совокупления с принцессой? Спасенной принцессой? Наверное, многие игроки этого хотели. Супер Марио. Или что-то вроде этого. В любом случае, я думаю, я знаю, как с этой игрой надо будет разобраться. В стиле 90-х, как мы это делали в то время. Блин, я же скачал эту игру. По-моему, у меня еще образ остался. У меня есть идея. Финальный штришок.